Всем доброе утро. Пейзаж, конечно, еще тот. Кастрюляки, сковородки. Вышла Грета погулять. Сидит там у нас снежок, такой легкий морозец. Балкон открыт. Ну ладно. Что хотела вам показать. Дедушка сделал нам гирлянду, которую Грета в том году перегрызла. Вот так она как-то по-свойски интересно так моргает. Но я ее просто повесила, чтобы вам создать настроение новогоднее. Но я ее буду вешать сюда, наверх, на окно, так, чтобы наше лохматое чудовище ее не достало. Хочу вам показать Катрусю. Катруся – это девочка, которая выиграла у меня в конкурсе, который был на канале. Было 3 победителя. Насчет Ириши мы отправим посылочку, когда родственники будут в Украине, и я им отправлю, они ей передадут. Это будет попозже, после праздников. Катруся уже получила посылку, и третью посылку победительница не объявилась, она была у меня на канале в других видео, там написала лайк, тра-та-та, видимо, она не смотрит видео вообще до конца, не интересуется, даже ей не было интересно, кто выиграл призы, вы говорили мне в сообществе, я давала там совет, просила ваш совет зрителей, как быть. Вот-вот, идет. Ой, наша цямова. А балкон закрыть после себя, Грета. Иди гуляй, иди к Артему. Факт тот, что она не объявилась. Она не захотела, она не смотрит, как я поняла. Ой, извиняюсь, сейчас я закрою дверь. Артем у меня дома остался, приболел, поэтому мы сегодня вдвоем. И я так решила, раз ей не интересно, я ничего ей говорить не буду. Гирлянды блестят. Ну, если человеку не интересно, девочки мне писали, Алена, подожди, может, у нее там что-то с интернетом там, или с компьютером, она еще посмотрит. Ничего она не смотрела, она не объявилась, ей не интересно, она ничего не смотрит. Это мой вывод. Может, я не права, но так я заметила. Значит, Ирочке потом отправим. А, и вот эту посылку, которая, получается, не нашла своего победителя, я решила отправить женщине в Донецкой области. Она мне написала в одном из видеокомментариев, что негоже ложить телефон и смотреть подружек на мясе. У меня лежал телефон на фарше, знаете, в кульке, как подставка была. Вот, то она предложила мне подарочек свой, это туфелька ручной работы и подставка для телефона. Мне так было, конечно, неудобно как-то так, знаете, думаю, мы с Наиной познакомились только недавно, вот через YouTube, как говорится, по взаимным подпискам. И в прямой трансляции она мне предлагала выбрать, какого цвета туфельку, я выбрала. Еще раз говорю, так было неудобно, как-то, знаете, скромничала там, сидела. Факт тот, что я решила этот приз третий отправить в Донецкую область, Наине. Наина мне делает подарок просто так от души, и я тоже решила ей отправить. Так что посылочка к Наине в Донецкую область уже улетела. Это у нас и Катруся. Катруся уже сняла видео про посылку, как она получила. Вот она рассказывает. Покажу вам ее канал. Подписывайтесь. Кэтрин Кеа, да? Правильно я читаю, Катрусь? У нее 2 канала. 4 года разница там, где она с детками снимает влоги. И такой косметический. Очень хороший, позитивный, добрый человечек. Хорошая девочка, живет она в Киеве. Да, это она рассказывает. Кому интересно, посмотрите это видео. И там дальше идет распаковка. Мы уже с Артемом смотрели, поэтому я включила повторно показать вам, что приз дошел до адресата. Да. Сейчас вам немножко перемотаю. Ой, не туда перемотала. Вот дурында. Значит, когда она ее распечатывала, вот они тащут. Тащут. С Софийкой. Так, вот наша коробочка. Самый ответственный момент. Я уже аж сама переживаю. Запах прорывается. Такой приятный. Я сидела сама в шоке. Открывай. Была, говорю, Артем, это моя коробка. Открываю с вами. Опа. Ух ты! Ой, ну Алена дает. Ну посмотрите, посмотрите. Я думаю,
думаю, ну что тут такое тяжелое? Ну не такое мыло не может быть, такая тяжелая коробка. Ой, боже мой, дождик, сладости. Ой, ой, мы с Артемом смотрели, сами сидим, довольные, морды такие довольные, улыбка до ушей. Это детям, наверное, да, конечно? Да, короче говоря, Катруся потом, если ей интересно, она перезвонит мне, я ей расскажу, что и как пользоваться. Какое мыло я положила, бальзамы там, понятно, для пяточек и для губ. Так что такие дела. Еще вам хотела показать, так, то надо зайти через другое место. Я такой блогер, сейчас вам расскажу, через какое место. Через комментарии. Это мне вчера подсказала вот Маргарита. Кстати, меня от Маргариты тоже отписали. Я не знаю почему, хотя мы друг друга смотрим. Я уже ко всем назад поподписывалась. Ладно, про подписки упустим эту тему. Хочу вам показать, что делается в спаме. Я сюда вообще не заходила, не знала, что такое есть. В комментариях есть раздел спам. Смотрите, что тут делается. Привет, давай дружить, подпишись на мой канал. Тра-та-та. 11 минут назад. Тут какие-то арабы пишут. Лайк, подписка, полный просмотр. Ромашка у меня, я так поняла, не вылазит со спама. Привет, круто, лайк от друга. Тра-та-та. С Новым годом. Смотрите, что делается. Сколько тут заспамированных сообщений. Надеемся на взаимность. И в основном YouTube блокирует сообщения, которые связаны с подпиской, взаимной дружбой. Ну, вы поняли. Надеюсь, вам хорошо видно. Дружеские лайки, подписка, будем дружить. Вы поняли. Смотрите, что делается. Вот так. Вот вам и взаимка. Все идет в спам. Спасибо за интересное видео. Вера Мануилова тоже в спаме сидит. Ну, тут много иностранных пользователей. Представитель компании Avon. Тра-та-та. Кому интересно, мою первую и вторую распаковку. Ты что, вообще обнаглела? Зайти на мой канал к другому представителю и рекламировать себя. Вот тут там и сиди в том спаме. Нахалы. Представляете, че не? Давайте дружить. Тра-та-та. Новинку не забывайте нас. Конечно, мы вас не забудем. Вот, все сидят в спаме. Я тоже подписался, хотя не у вас много интересный канал. Давайте дружить. Я подписалась, а вы? Ну, уже так, знаете, прям чуть ли... Вот я подписалась, и вы должны подписаться. А если я не хочу подписаться? Я не успеваю своих девочек просматривать. Днями и ночами смотрю. Уже говорила на эту тему. Сколько можно? Видите? Вот так. Опять лайки, подписка, тра-та-та, Ромашка опять сидит в спаме, ну вы поняли. Вот такие дела, девчонки. Ну, не буду дальше об этих подписках, они у меня уже достали. Вот, мы посмотрим на красивые гирлянды. Сейчас повешу на окно, и мне надо сегодня, как я говорила вчера, вот эту штуку помыть. Вот тут вытяжку помыть. Короче, вот эти, как они называются, фасады. Фасады сегодня помою. И на этом будет все, потому что Артем приболевший. Надо будет ребенку время уделить. Вот, на улице, видите, снег. И там какая-то слякоть, я так поняла. На полу хотела сказать. Ну, на земле. Тут у меня еще бардачело. Пью кофе с утра, никак не допью. Сейчас буду все это перемывать. Еще смотрите, а я опять смотрю видео. Смотрю видео Катрусина и буду перемывать посуду. Так, сняла я вытяжку вот эту отсюда, от Седова. И сейчас буду ее запшикивать вот такой фигней, мастер клинер. Положила под низ пакет. А что буду запшикивать? Потом мочалкой, знаете, распределю эту пенку. Чтобы в ванной не стоять, не драить просто каким-то обезжиривающим. Не хочу вот это стоять. Пока я буду мыть фасады, это все дело у меня тут постоит, покиснет. Сейчас одену перчатку. Все, вот так мочалочкой распределила. И пусть она стоит, откисает, где там какой жир. Оно все отойдет. Так, продолжаем мыть. Я тут прыгаю на стульях. Мою вот эти фасады обычным моющим средством для посуды. Вот так напенила.
Мне что-то рискованно такие поверхности какой-то химозиной мыть. И оно у меня немножко стоит. Вот здесь вытяжку тоже. Особенно пачкаются вот эти ручки. На них такой налет остается, знаете. Ну, знаете. Кто хозяйки и такие госпидарки страшни, как я, тот знает. Так, напениваю, пусть оно постоит, а потом влажной тряпочкой будем все это смывать. Все это дело. И оно будет все чистенькое. Будем готовиться к Новому году. Самое вот это вот над плитой грязное, конечно. Все. Прыгаю со стула. Главное не вбиться. Ой. Руки трусятся, все трусится. И вот это у меня стоит. Ну, вроде мочалка не грязная. Я так стараюсь ее почаще мыть, потому что если запустить, все, трындец. Видите, чуть такое желтенькое. Пойду в ванную под проточной водой, потом все это отмою. И все, и останется нам только полы. А, вру, еще с этой стороны. Сейчас сниму эту супер гирлянду. И с этой стороны тоже. Но тут буду протирать для мытья окон средством. Ну вот, я протерла средством для мытья окон все фасады. Так. И здесь тоже с этой стороны все повымывала. И здесь. Что-то пиптик отваливается, не хочет держаться. Вот. И тут под низу вытерла. Сейчас будем цеплять вот эти штучки. Они хорошо отмылись, чистенькие, нигде никакой капли жира, ничего нет. Полотенцем вытерла, сейчас буду прицепливать на место. Все, прицепила решеточки, буду закрывать. Девчонки, кухню я уже помыла, покажу вам быстро распаковку. Муж сегодня получил для дедушки, мы заказали фильтр для воды, Аквафор. Все так красиво запечатано, всякие бумажки. Кстати, в этом магазине, магазин Розетка.ua, мы заказывали всю свою технику, которая у нас есть в доме, начиная от зубной щетки Артему, как она, Браун, Oral-B Браун, электрическая, заканчивая плазменным телевизором, пылесосом, вытяжкой для кухни. Ну, короче, все, что у нас есть, блендеры, шмендеры, все это я заказывала там. Магазин ни разу не подводил. Водичку мы пьем родниковую, но не всегда есть возможность за ней поехать. Не всегда получается, поэтому для деда мы заказали вот такой фильтр. Это ему будет на Новый год такой подаруночек, синенький. Там была акция как раз в этом магазине, такой красивый. Сейчас я полностью его сложу. В наборе шел к этому фильтру, тут лежал сам фильтр. Аквафор каких-то на 350 литров рассчитан профильтровать. Сейчас я его сразу деду ставлю туда. Деду ставлю. Извините, пошуружу. Шуружу, шуршунчик. Вот так он, да, должен вставляться. Сюдой или сюдой. Вот так, что ли? Боже, я деревня. У нас немножко по-другому. Вот так вот. Плотненько должен встать. Вот. Все. Смотрите, вставили фильтр. Тут еще крутится, там можно как бы там январь, февраль, когда вы его ставили. Ой, так рассказываю, как будто никто не знает. Такой красивый. Здесь еще носик вот так поднимается. Такой тынь. Вот видно вам? Тынь. Носик поднимается. И все, себе наливаете. Крышка не упадет. Класс. Вообще красивый. На 2 литра. На 2 литра рассчитан. И еще заказали набор. Тут 3 штука. Сменный модуль. А, это называется модуль. 3 модуля. Это нам будет с дедом на двоих. Ну, сразу раз делали заказ, то заказали еще. Вот.
В15, короче, тра-та-та, что-то там понаписывано. Ну, короче, классные штучки. Накипи не будет. Мы таким пользуемся. Нам пришел он в подарок, когда мы заказывали вытяжку для кухни. Вот. Как это она называется? Вентра или что? У меня, кстати, в самом начале канала есть видеообзор на вытяжку, и там фильтр нам в подарок пришел красный. А я деду заказали вот такой синий. Я буду, думаю, он будет очень довольный. Все, девчонки, на сегодня хватит. Я, кстати, в маске ходила, говорила вам, нет, волшебные грибы. Делала сегодня маску на шею, вот сюда, прям на зону декольте. Хорошая маска, лицо мягкое. Она хоть ночная, но у меня получилась дневная. Вот. Кухню я помыла, все везде порядок. Посылку деду подарим. Фильтр. Все, на сегодня все. Катруся на видео уже 10 раз смотрели, и Артем смотрел, и муж пришел смотрел. Вот. Довольные как слоны. Главное, что посылка добралась до адресата. Я рада, что Катруся выиграла. Еще буду ждать, когда Наина получит посылочку. А Ирке уже попозже. Все, на сегодня хватит, потому что будет влог опять 38 часов. Все, всем пока. Ставим пальчики вверх. Какие скотыняки ставят палец вниз, я не знаю почему. Что такое, я не поняла. Что это такие? Ну ладно, пусть ставят. Все, всем пока-пока.